Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Радмир, второй сервер, все как всегда. И сегодня у нас видос по перекупству, наконец-то меня просили очень много игроков. Где же видос по перекупству, как ты зарабатываешь бабки? Ну, в принципе, перекупство домов и перекупство бизнесов и перекупство... Ну, бизнесов еще такое. Перекупство домов и тачек — это основной мой заработок, ну, конечно же, проценты. Поэтому сегодня я вам покажу, как, в принципе, можно делать деньги. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод, который находится в описании ролика. Если вы еще не играли на этом сервере и очень хотите поиграть, конечно, лучше этого делать не надо. Вот, заходите на сервер, вводите мой промокод при регистрации, и при достижении третьего уровня ты получишь 20 тысяч долларов. Собственно, я не знаю, там будет вместе или отдельно, я это записываю вообще еще очень давно. Типа, бан у меня еще будет в конце сентября заканчиваться, но видос уже как бы должен быть записан. Короче, сегодня будет перекупство, а следующий ролик уже будет, как я вышел из бана и что изменилось, вот. Также хотел сказать, чтобы вы не смотрели на хронологию событий, потому что здесь есть и вставки из начала августа, из середины, из конца августа, так что забейте. Даже из конца июля здесь есть вставки. Я желаю тебе приятного просмотра, и мы начинаем. Я человек простой, вижу Хуракан на БУ. Покупаю. 206 тысяч, это дорого. Ладно, и ставить я смену, конечно же, не буду. Я же не упоротый. На 500 долларов ставить смену. Вот все, что я сделаю, это обнулю владельцев. И чтобы не резал глаз, поставлю какие-то самые дешевые диски. Не, пацаны, сегодня без разварок обойдемся. Поставим, что-то нарвали. Только что понял, что я не записал, короче, диски, я не хотел ставить дорогие, там по 6, по 7 тысяч. Вот такие, я думаю, это мотоциклы просто такие. Просто маленькие, тоненькие, думаю, нормально, даже менять не буду. Разварки колеса, конечно, смотрелись получше, ну да ладно. Косарь 600 улетело. Эх, пацаны, опять приехали к Иванычу, обнуляем владельцев 5 с 5, все. За сотку обнулили. Блин, только хотел накопить 3-4 тысячи, уже 200 ушло. Ну все, теперь у нас есть Хуракан, 1230 можно вылаживать, свободно. Пацаны, это капец, я еле-еле нашел покупателя на Хуракан, это такой неликвид. Диабло, будет сейчас, я надеюсь, я заклинание никакое не сказал, будет сейчас покупать Хуракан за 220, это пиздец как дешево. Самый дешевый Хуракан, за сколько я свой продал. Че, 10 тысяч заработаем, да, не особо, конечно, много. 220 тысяч. Это капец. Пока. Вот 3000 фишек. Вот на гольфе, блядь. Сосать. Управление. Продать. Игроку. 12. 54 тысячи. Нормально. Да я думаю, нормально, типа, десятка на ровном месте, зашибись. Как там, а как там настраивать иконный режим? СХ пусто. СХ пусто. Словил, 41 тысяч. Нормально. ЗСФ я поймал. Блять, еще один слетел, у меня мест нет. Нет, еще не поймали. Подожди, если сейчас он лучше, я его пойду солью. Нет, без 43. 43 еще слетело, мне места нет. Я не рядом. Управление. Пополнить нет. Продать игроку 50. 55 тысяч. Декстеру. Все, СПС. Мюзишен, да? Или как? Мюзишен, музикаин, музикин. Короче, предлагает мне дом вообще по ультра дешевой цене. Тебе большой-большой привет. Тысячу лет вас не видела, если вас... О, охренеть, написано. За 29-140 на два места не хочешь? Нормально? Нормально. Благодарю. Все, пацаны, покупаем раптор за 50 тысяч. Да задрал ты ему. Все. Спасибо. Все, теперь у меня раптор есть. Охренеть. Где этот раптор? О. Балдеж хромовый, да ты шо, смотри, вот так подошел, вот так, оп, и все, и уехал жить в Лондон. Так, пацаны, короче, Кальямба, ему сейчас продадим дом за 45 тысяч, 45, да, продать игроку 46, 45,
продать. Спасибо, удачи. Ну давай, я уже написал, ну прими ты, ёпта. Давай быстрее. Перекупские методы это такие. Купил Раптор за 51, а сейчас солью за 60. Все, больше нету Раптора. Просто легендарный дом, который я словил самым первым на Редмире. Сегодня будем продавать за 145. Ну, по факту я продал за 150, ну ладно. Скинул 5000. 5000 туда, 5000 сюда. Конечно, 5000 это фуллбанк, это выплата с бизнеса, ну да ладно. Все равно мне никто не писал особо. 145 тысяч продать. Благодарю. Можно попытаться перепродать, в принципе, да. Можно попытаться. Спокойно статиться на видео, если он ФТ. Да, мне кажется, это самая быстрая продажа просто. Ничего не вложил. Купил и за 5 минут продал. А, одна, в рекламу вложил. 120 тысяч. Не зря на булу зашел. Давай, нажми совершить сделку. Нажимай, давай, быстрей. Все. Спасибо. Мама, я в телевизоре. Перекуп попался, 210, говорит. Ну не тупить, отдай ее. За 210, иди ты нахрен, Кирик, за 210. 550, нахуй, ебать. Налог 600 нахуй. Без ключ даже есть. Да, без ключевой там все есть, там, фу. Еще 50 тысяч накидываем, чисто побрать. Благодарю. Спасибо, очень хороший. О, покупатель. Ну покатались и хватит. Мне первому. Так. Меня? Да. Мне первому. Так, это... Такой вообще без трусов, без ничего. Короче, у тебя 35, с робоскопа, заглушка. Союз, и нитка есть, и пневма есть. И денег нет. Нет первого. Паш, у нас так просьба к тебе, приди нас обратно. Предлагаю. Давай еще этот выкуплю, Гелик, спроси почем. А я продаю. А что, я просто два гелика покупаю, сейчас еще три делаю. Дай денег. Мы лысые, блядь. О, да. Не мить, переоденься, что ты как бич бегаешь в одежде? Все, поехали, нахуй, Паша, вези. Пацаны, прыгал все мужество. Едьте, последний путь. Они прям едите. О, два гелика, блядь. И мы два дебила в один серии. Это мой. Куда ты сел? Это мой. Я в свой сел. Не продавай, заебал, сейчас поднимем, наверное. Заплутавший, сейчас ему гелик добавим. Главное не промахнуться, можно посмотреть? Главное, чтоб это... Блять, 2 из 5 можно убрать. Слушай, это у кого из вас был такой, да, что там 4 владельца? Чё за хуйня? Это я. 275, пацаны, тысяч за гелик. А, оп. Нормально. Бегут? Давай, нажимай. Да? Готов, давай. Я уже вижу эти бабки. Так, ты что-то пишешь? Нет, не надо писать, что это в итоге. Я вижу эти бабки. 250, потому что типа владельцев дохуя. Бля. Ладно, 275 тысяч за гелик, это так очень дохера, я бы сказал. За стоковый почти. Удачи. Я продал за 220. Серьезно? Да. Пиздец вы пере... Не, этот, который я продал, я купил за 230. 2 из 7 каких-то. Говори, Никита, что может с ними договориться. Слетел. У моего? О, детальки искать. За где? Танцевальный батл, собрать детали, таксист и мусоровой. А у меня не открывается менюшка. Что за хуйня? 44, фух. 44, 44 это где? Блядь, еще один слетел. Где? Сука, тоже на 44. Случайно не там, где заправка Тесла? Нет, там, где уже раз летал дом. Внизу, блядь. Дня 4 назад я тоже этот дом словил и слетел тоже вот этот. Я один купил, а второй не мог. Вот он стоит зеленый, его никто не может купить. Где? Вот внизу. А, там толпа стоит рядом с моим домом. Недалеко. 43, а я купил 44, сука. Так, второй дом, я не помню, первый я в Сакуре продал или кому. Так, можно? За 65 тысяч, бля, как-то я раньше сливал их по 55. А сейчас по 65 на изи вообще. Все, спасибо. Твоя комиссия. Нихуя. У меня один вариант, 5 будет, все, честно. Давай. У меня 2000 на руках.
Смотри, вот, смотри, машина. Где это? Mercedes-Benz G63. Хамелеон наглянет. А деньги где? Я вообще захотел уже нажать готовую отмену. Блять, почти прокатило. 35 тысяч, ты что, я покупаю? Бля, ну хуй его знает, я его продам в плюс или нет. Что у тебя есть? Заглушка, ЭБУ, радар, нитро. Пневма есть. Пневма, рек, хамелеон. Все есть, ксенон. Все, давай. О, все, по кайфу чисто. Пиздец, чисто гелик дома. Я купил гелик твой, получается, два раза, блин. Тот гелик за 220, еще 35 этот, доплата, и еще 10 тысяч комиссии. Это он вышел мне в 265. Мне 270 предлагают. Мне за 270 нужно с него отдать надо. Бля, 350 нахуй уходит. А у меня, короче, появился еще один висяк. Это Сталинг? Да, это второй висяк. Блядь, купил гелик Гусейна Гасанова, на. Автоканистры, таксист, доставщик. Бля, не хочу таким косяком. 28 тысяч словил! Ты? Да. Серьезно? Да, я только, я, конечно, его только что минут 5 искал, просто ездил. Наконец-то нашелся покупатель на гелик. Конечно, он давно уже нашелся, только то был другой человек. Вот, я не хотел продавать, думал дороже продам, но как всегда жадность фрая разгубила, и я еле нашел нормального, покупать $10, да, получается? Так, короче, еле нашел покупателя на гелик, на ешку я вообще молчу, это капец. Я думал на ликвидной, на шторе, типа, сейчас это полный капец, ешку продать, это такой капец, мне кажется, я сам себя заскамил, что я ее купил. 325, готов. Моя комиссия 325, нормально. Произвести сделку. Подтвердить. Благодарю. Удачи. Так, пацаны, едем сливать мой бизнес. На всякий случай, если меня забанят, чтобы он не слетел за то, что я солью. Так, продать. Главное, не в гос. Подожди, игроку. 31, 2, 0, 75. Раз, два, три. Значит, раз, два, три. Раз, два, три. Все верно, все верно. Благодарю. Удачи. Короче, тот дом, который я вчера словил. Так, давайте сразу уберем с баланса. Так, косарь 300. И продать игроку 34 за 115 тысяч. Благодарю. Ну, в принципе, на этом все. Вот так мы просто делаем изи бабки, можно сказать, ничего. И надеюсь, вам этот видос понравился. Поддержите его, пожалуйста, лайком. Давайте посмотрим, как наберется активность под этим роликом. Я пойму, снимать мне дальше Redmir или нет, стоит, либо не стоит. Потому что я могу снимать в то же время GTA 5, которая будет набирать очень много просмотров. Но я ценю аудиторию из МТА и снимаю Redmir также. Напишите в комментариях, зарабатывал ли ты когда-то на перекупстве, вот. Подпишись на канал, ведь 80% смотрят без подписки. Давайте поможем набить мне 3000 подписчиков до конца сентября. Осталось очень-очень мало, мы успеваем. Давай спускайся вниз и сделай красную кнопку серую. Также не забывай нажать колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Ну, в принципе, на этом все. С тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.